Ну что наш водитель? Класс. Ой, Катеринка, бомба. Когда наклон когда был? Я чуть не упала. Я помню, да, пацаны рассказали, да, прям. Ну ты знаешь, Катюш, база должна быть все-таки пошире тогда чуть-чуть у коляски. Если на скорости, то не пойдет узкая. Да, я вот помню, ты рассказывал об этом. Нормально ты копишь.